такой День Победы. Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют 100 солдат. Что такое День Победы? Это праздник свисают. Перекрыто небо, осыпается там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушки на ром. Это фрукты и кафеты, это запахи. Знаешь, что такое День Победы? Это значит, нет войны.